С няней Аней мы гуляли, мы природу наблюдали. Няня Аня нам сказала, зимних красок очень мало. Серый, белый, черный цвет, правда это или нет? Мы старательно смотрели, снег, тропинка, ветки, ели. А на ветках белый иней. Няня Аня, посмотри, солнце желтое, небо синий, красным цветом снегири. Спасибо. Ну и тут у нас дети, школьники, прочту вам День влюбленных. Скоро День влюбленных, будете дарить подарки друг другу все. День влюбленных в нашей школе, так кому дарить цветы? Маше, Вере или Оле, королеве красоты? Может, Светке или Наташке? Нет, резона не видать. Подарю букетик Дашке, даст контрольную списать. Спасибо. Ну и мне бы хотелось прочесть сегодня стихотворение от Фаниса Зинанова. Мне очень нравятся его стихи, он уже, к сожалению, умер. И мне бы хотелось, чтобы его стихи жили. Снежинки. Мы ловим снежинки, совсем ошалевшие. Мы все в этот миг так смешные, влюбленные. Они осторожно, они так неспешно. Все тают и тают на смуглой ладони. И вот я одну поймал, как цыпленка. Как линии тонкие, как линии стройные. Но как-то из этих вот хрупких снежинок рождаются белые, строгие.